Самый жаркий месяц года, которым считается июль, подходит к концу. Вместе с ним закончился и период высоких температур. Даже днем устойчивость термометров держится вблизи отметки всего лишь в 20 градусов. Наша съемочная группа выясняла, надолго ли в наш регион пришла такая погода. Нынешнее лето, несомненно, войдет в историю метеонаблюдений в Тверской области. Оно запомнится не только сильными ливнями, но и необычайно стабильной теплой погодой, которая временами становилась откровенно жаркой. Однако всему когда-нибудь приходит конец. Прошел холодный атмосферный фронт, температура воздуха понизилась где-то градусов на 8. Ночные температуры, правда, пока еще держатся, где-то 10, 12, 13 градусов еще сохраняются. Но дневные температуры уже чуть ниже, где-то основной фон 18-23 градуса. То есть теперь мы находимся в зоне пониженного давления. Соответственно, облаков станет намного больше, из которых на регион прольются кратковременные дожди разной интенсивности. Столбики термометров покажут в ночные часы 9-14, а днем до 22-23 градусов тепла. По предварительным прогнозам, то, что нам вот сейчас, ну, как бы вот в нашем распоряжении информация есть, да, то, что мы сможем проанализировать, по крайней мере, в ближайшие 10 дней вот будет такая вот, скажем, умеренно теплая погода с кратковременными дождями. Вот, ну и 30 градусов пока мы не видим. Что касается дальнейших прогнозов, то синоптики традиционно стараются далеко не загадывать. Однако напоминают, что в последние годы август не раз становился чуть ли не самым теплым месяцем. Да и сентябрь прошлого года приятно порадовал жителей Верхневолжья. Так что все еще возможно.